Город фонтанов. Именно такая ассоциация возникает при виде обилия бьющих в небо источников в разных уголках Бреста. Многие из них уже давно украшают площадь областного центра, в то время как некоторые появились только недавно. И фонтан на набережной – яркое этому подтверждение. С первого момента своей работы он стал любимым местом отдыха многих брещан. Однако больше всего под его бьющими прямо из-под земли струями резвятся, конечно, дети. Они выступают в роли главных действующих лиц в театре танцующих брызг. Можно бегать и играться, можно делать брызги, обрызгиваться. Мне очень нравится фонтан, он очень теплый. Нам очень нравится фонтан, и батуты здесь открылись. Ну, можно на корабле покататься. Однако не только юные брещане – частые гости на набережной. Мамы с колясками, влюбленные пары и пожилые люди. Сегодня на обновленной площади около Брестской фонтанки гуляют все. И это неудивительно. Кроме фонтана, в этом живописном уголке природы появились и новые пешеходные дорожки, лавочки, фонари, парковка для машин. Радует глаз парапет с ажурными перилами. Сейчас набережная для города, особенно для детей, ну вообще для всех и для молодежи. Сейчас она, конечно, интересная стала. Во-первых, сразу достопримечательность города Бреста. Такой фонтан классный. Мы тут давно не были еще ни разу. Первый раз пришли и так обрадовались, что тут можно бегать. И между фонтанчиками и не вымокнешь сильно, только чуть-чуть. Очень понравилось, конечно. Дети вообще в восторге были. Просто вот результат. Вот, и очень красиво для отдыха семейного вообще. Замечательно, молодцы. У нас в этом году вот то, что сейчас есть, те перила, которые стоят, просто их доведут, ну, до ума. Вот это сварные швы, которые они крепились, они, значит, будут зачищены, покрашены. И все то, что на сегодняшний день на набережной стоит, в этом году уже будет все, на этот год. А дальше, в следующем году, ну, по мере выделения денег в бюджете, мы дальше будем делать. Потому что проект у нас есть, проект большой, хороший, красивый и поэтапно будем делать. Кстати, 1 мая водяной цветок заработал не только на Брестской набережной, но и на площади перед железнодорожным вокзалом. А сегодня полным ходом идет обновление фонтана на площади Дома культуры профсоюзов. Ремонтные работы начались здесь месяц назад. В августе строители планируют завершить реконструкцию, которая придаст новый облик популярному у жителей Московского района месту отдыха. А это значит, что будет сделан еще один шаг к тому, чтобы Брест стал настоящим городом фонтанов.